Культурная интеграция по-ямальски. В минувшие выходные площадка возле озера Молодежное стала самым посещаемым местом в городе. По традиции праздник народов Севера собрал гостей из разных районов округа. Спортивные состязания, культурные мероприятия и народные гуляния, ярмарка северных деликатесов организаторы постарались на славу. Мероприятие вызвало восторг как у новоуренгойцев, так и у гостей. Андрей Бебелес расскажет подробнее. Традиционно праздник собирает не только коренных жителей Ямала. У озера Молодежное представлено все национальное многообразие Нового Уренгоя. Но все же основное внимание приковано к ненцам, хантам, коми и другим коренным жителям полуострова. С каждым годом праздник расширяет границы. Площадь озера стала местом встречи многих народов, и не только северных. Он, наверное, действительно стал уже визитной карточкой, но не только Новоуренгой, наверное, всего Ямала. Потому что этот праздник стал традиционным и поистине для нашего города народным. Среди гостей праздника есть и высокопоставленные. Газовую столицу с неофициальным визитом посетил Григорий Литков. Когда просто люди без каких-то там проблем, каких-то каждодневных забот, просто на празднике друг друга видят, это вот основная цель этого праздника, на самом деле, ее надо очень беречь нам. Сегодня и немцы в гостях у ненцев. Это гости города, делегации из Касселя. В Новом Уренгое они уже неделю участвуют в зимней школе управления. Но в плотном графике нашлось время и для отдыха. Их радушно принимают и угощают в ненецком чуме. Это однозначно мне нравится, очень вкусно приготовлено, и я точно приеду, поднабрав вес. Праздник народов Севера – один из самых любимых новоуренгойцами. Неудивительно, что он собирает так много гостей. Торговые прилавки ломятся от даров тундры, возле чумов ненцы продают сувениры и одежду, со сцены льется необычная музыка коренных народов Севера. На хорошем уровне проходит. Мы регулярно каждый год вот приходим, чтобы сувениры купить, посмотреть, себя показать. В общем, прекрасно. Тут же ведь со всех районов люди собираются, общаются. Да и людям радость посмотреть, как националы живут. Тут же не только ненцы, и коми, и ханты, и все северные националы. Посмотреть есть на что. Например, спортивные состязания. Гости праздника соревнуются в армрестлинге, гиревом спорте, беге на лыжах. Коренное население в многоборье. Это бег с палкой, метание тензиана на хорей, борьба и перетягивание палки, прыжки через нарты. К прыжкам через нарты спортсмены готовятся так. Несколько прыжков и поехали. Для этого вида спорта нужны просто железные ноги. Я сейчас сделал 10 прыжков, а лучший спортсмен сделал 197 прыжков. Представляете? Ярко на празднике представлено ненецкое творчество. Впрочем, местные мастерицы предлагают не покупать сувениры, а делать их своими руками. В павильоне Дома детского творчества, кроме мастер-классов по изготовлению красивых вещей, работала многонациональная выставка. Этот год на Ямале – это год народного единения, и поэтому этот павильон «Ямал глазами детей». Мы что показываем? Что в нашем округе у нас нет национальности, мы все ямальцы. Колорит и самобытность хозяев Северной земли, их быт и традиции, национальная кухня и товары народного промысла – все это праздник народов Севера, ставший за 13 лет центром единения разных культур и обычаев. Андрей Бебелес, Константин Малыш, служба новостей «Импульс».